Партнер программы «Сеть детских клубов «Йети и дети». Все в сборе, присаживаемся. Здравствуйте, ребята. Привет, привет. Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Герман и Кристина. Ребята, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, где вы сегодня оказались? Да. Где да. Герман? Телевидение. Так, Кристина, ты? Телевидение. На телевидении. Ребята, вы оказались в стране безопасности. Сейчас вам и нашим маленьким телезрителям я объясню, что это за место. Страна безопасности – это удивительное место. Это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении 4 дней мы будем с вами учиться правилам безопасного поведения практически в любой жизненной ситуации. И эти же правила мы постараемся объяснить и нашим телезрителям. Это первый момент. И второй очень важный – это конкурс, соревнования. Мы с вами будем 4 дня соревноваться. И по итогу, в конце 4-го соревновательного дня, определится победитель, который получит главный приз и звание специалиста по детской безопасности. Но сразу скажу, что тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Наш первый конкурс совсем не сложный, ребята. Это разминка, тема которой насекомые. А вот скажите мне, пожалуйста, какие насекомые вы знаете? Какие насекомые? Герман. Мотылек. Мотылек. Кристина. Муравей. Муравей. А еще? Пчела. Так. Бабочка. Отлично. Молодцы, ребята. Ну, а сейчас условия первого конкурса. У каждого из вас есть своя доска. Твоя, Кристина, будет с левой. Можете уже к ней подойти. А твоя, Герман, с правой. Подходите. На доске сейчас нарисован кроссворд. И сейчас мы с вами будем его разгадывать. Каким образом? Я читаю вам загадку, а вы отгадку. Первую отгадку под цифрой 1, вторую под двойкой и так далее. За каждый правильный ответ вы заработаете одну фишку. Если справитесь быстрее соперника, то дополнительно еще одну фишку. Итак, ребята, тема наших загадок – это насекомые. Будем их разгадывать. Подсказка вам, такую даю подсказку. Отгадка на первую загадку слова будет начинаться с буквы «Б». Поэтому под цифрой 1 вы можете, в этой клеточке можете написать букву «Б». Как вам удобно. Можете прописными буквами, можете печатными. Главное, чтобы это можно было прочитать. Так, Герман решил прописными, а Кристина решила печатными. Отлично. Что, Герман? Я знаю уже ответ. Герман, молчи. Ребята, начинайте писать отгадку только после того, как я закончу читать. Ясно? Раньше не стартуем. Иначе буду снимать очки у вас. Спал цветок и вдруг проснулся. Больше спать не захотел. Шевельнулся, встрепенулся, взвился вверх и улетел. Пишем, пишем, молчим и пишем. Кто пишет быстрее соперника, тот получает дополнительную фишку. Не подсматриваем за скорость. Что это за цветок, который спал-спал, а потом взлетел и улетел? Стоп. Да, Герман уже справился, и справился абсолютно правильно. Кристиночка, не догадалась, о каком насекомом идет речь? Это бабочка. Красивый цветок, который спал-спал, а потом проснулся и убежал. Герман, и улетел. Молодец, Герман. Тебе фишка за правильный ответ и за скорость. Я сама положу тебе в коробочку. Так. Кристиночка, ты... Кристин, давай, чтобы тебе было легче следующее отгадывать, чтобы были в равных условиях с Германом, напиши слово «бабочка», «бабочка». Так, сейчас слушаем вторую загадку. Теплым днем, весною в мае, каждый про меня узнает. Я не муха, не паук, я жужжу, я майский. Пишем молча. Быстренько под цифрой 2. На скорость. Кто справится быстрее, говорите, я справился, справилась. Так. Герман оказался снова быстрее. Но Кристиночка тоже ответила правильно. Это действительно жук. Поэтому Кристине за правильный ответ фишечку кладу в коробку. И Герману 2 за правильный ответ и за скорость. Молодцы. Слушаем третью загадку. Те, с кем рядом я жужжала, помнят, у меня есть жало. И на брюшке полоса, потому что я... Пишем, кто... Кто быстрее, говорите, я справилась, справился.
я справился. Скромно сказал Герман, я справился. И справился абсолютно правильно. Кристиночка тоже справилась правильно. Тебе нужно, Кристина, включать скорость, а иначе Герман будет все время впереди. Во всяком случае, по фишкам за скорость. Хорошо, ребята, Кристиночка, тебе снова одна за правильный ответ. И Герману две за правильный ответ и за скорость. И последняя загадка. Слушайте внимательно. Ни зверь, ни птица. Нос, как спица. Летит, пищит. Сядет, молчит. Кто его убьет, тот кровь свою прольет. О ком идет речь? Не подсматриваем друг у друга, самостоятельно догадываемся и пишем. Старайтесь писать без ошибок. Вы дети грамотные. А чего молчим, что справились, Герман? Герман написал, хорошо. Так, вот мои грамотеи. Ах, как написали, что один, что вторая. Комар. Отгадали правильно загадку, это действительно комар. Напишите, ребята, комар. Зачеркните, пожалуйста, первую А и напишите О, как это в школе вы обычно делаете. Вот, запоминайте, пожалуйста, как пишется слово, это же очень важно. Комар. Молодцы. Так, справился у нас снова Герман. Быстрее, молодец. Две фишки снова отправляются в твою копилку и одна в копилку Кристиночки. Присаживайтесь, кладите маркеры у доски и присаживайтесь на свои места. Вы знаете, существует очень много насекомых, вы тоже их знаете. Есть безобидные из них, такие как бабочки, есть очень полезные, такие как пчела, а есть трудолюбивые, как кто? Кто у нас трудолюбивый? Муравей, например. Он может поднять вес больше себя. О, какое у тебя важное знание есть о муравье. Хорошо, да, действительно так. Чаще всего эти насекомые не представляют собой никакой опасности. Если, конечно, их не начать дразнить, не засовывать в муравейник руку и к пчелам не покушаться на их. Что, Герман? А красные муравьи, они кусаются. Ты проверял? Они тебя кусали? Ну, значит, ты как никто знаешь. Хорошо, ребят. Конечно, если не дразнить насекомых, то они безвредны. Но если вдруг их подразнить, то можно толкнуться на серьезные неприятности. И как раз таки, как вести себя в таких ситуациях, есть человек, который нам сейчас об этом расскажет. Он готов выйти с нами на связь. Поворачивайтесь к телевизору и будем знакомиться. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Артем Витальевич, и я работаю в детской больнице. Наша работа – это помогать вам в случае, когда вы заболели или с вами что-то произошло. Сегодня я хочу поговорить с вами о укусах насекомых, а именно о осах и пчелах. Представьте, что одно из этих насекомых залетело в вашу комнату и укусило вас. Что вы будете делать? Когда меня кусает шпель или оса, я всегда ложу руку ту под воду. Так, Герман так делает. Кристиночка, ты как бы поступила? Я бы тоже бы так и сделала. Так, ну хорошо, слушаем дальше. Запомните, если вас укусила оса, первое, что нужно сделать, это избавиться от жала, если оно осталось в месте укуса. После этого самое главное – продезинфицировать ранку. Запомните, яд выдавливать нельзя, так как запросто можно занести инфекцию. Теперь, когда жала нет, необходимо остановить распространение яда в организме. Кроме того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на укус насекомого, а это уже опасно. Кстати, спросите сегодня у родителей, есть ли у вас такая аллергия. Если да, то надо поступать следующим образом. Надо как можно больше пить. А на само место укуса или отека положить лед, замотанный в ткань или холодный компресс. Держать холод. Это замедлит всасывание яда. Вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек смоченного водой сахара. Ребята, на сегодня это все. Будьте осторожны с насекомыми, а я желаю вам здоровья и, конечно же, победы. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению, но у меня для вас осталось еще одно контрольное испытание. Конкурс называется «Зелено-красный конкурс». Вот у каждого из вас красная и зеленая карточка. Герман, ты свои бери. Я буду вам читать высказывание, а вы, ребята, если согласны с высказыванием, поднимайте зеленую карточку. Если не согласны, красную, да. За каждый правильный ответ вы заработаете фишку. А тот, кто справится быстрее соперника, дополнительно еще одну фишку за скорость. Ну что, все вам понятно? Да. Ну тогда мы можем начинать. Итак, первое выражение.
Если укусило насекомое, надо немедленно выдавить яд. Ах, неправильно, ребята, ни в коем случае нельзя выдавливать, можно занести инфекцию. Неправильно, поэтому фишки остаются у меня, вам я не даю. Слушаем внимательно, будьте внимательны. Если согласны, то поднимаете зеленую, а если не согласны, то красную. Если вас укусила оса, первое, что нужно сделать, это избавиться от жала, если оно осталось в месте укуса. Молодцы, правильно. На долю секундочки все-таки Герман, Кристина была быстрее. У меня две фишки. А тебе одну. Потому что ты тоже ответил правильно. Так, следующее выражение, высказывание. Нельзя после укуса пить воду и прикладывать к ране лед. Правильно, молодцы. И просто можно делать, но и нужно. Хорошо, ребята, сообразили. Одновременно, по-моему, подняли карточки, да? Молодцы, очень быстро, поэтому каждому по две за правильный ответ и за скорость. Ну и последнее выражение. Слушайте внимательно. Вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек смоченного водой сахара. Правильно, Кристиночка, он только чуть-чуть позже, чем Герман. Поэтому Герману две, а тебе одну. Так. Все, ребята, на сегодня все конкурсы закончены. Кладите карточки и давайте считать, сколько фишек вы сегодня заработали в первый игровой день. Кристиночка, сколько у тебя? 8 у Кристины и у Германа? 12. Вот, мужчина наш немножечко лидирует. Но это всего лишь первый конкурсный день. Еще впереди 3. Будем играть, бороться и определять, кто же все-таки победит. А на сегодня все, ребята. До встречи завтра. Пока, ребята. До скорого. Пока-пока.